Привет, девчонки! Сегодня получила свой первый заказ из второго каталога. Почему говорю первый? Потому что обычно у меня бывает не один. Итак, красочный каталог у нас идет праздничный от 8 марта. Это следующий каталог уже. Очень много акций различных. Ну, еще детально не смотрела, надо будет посмотреть. Конечно же, всегда в моем заказе это витамины Wellness Pack. В текущем каталоге я взяла его со скидкой 50%. Как так можно сделать? Оформляешь заказ на 150 бонус баллов. Кто у нас партнеры команды, те знают. А так, объясню, где-то порядка 7-8 тысяч рублей. И идет скидка на Wellness Pack. То есть можно взять с 50% скидкой. Я воспользовалась этой акцией и взяла для себя витамины. Потому что я их принимаю на постоянной основе. Так как я была участник акции, мне пришел термос. Вот такой вот термос. Его за 249 рублей. Термос небольшой, 0,5 литра. У меня уже один такой есть. Я очень им довольна, удобно брать, ну, небольшой объем, прекрасно держит температуру, хоть летом, хоть зимой. Летом можно наливать холодные напитки, чтобы они не нагревались. А зимой, конечно же, в любой возможности можно брать его. Так, всегда в моем заказе витамины. Сейчас я перешла на омегу-3 жидкую, принимала в капсулах. А так как мне необходимо большее количество омеги, я беру жидкую и принимаю по одной чайной ложке ежедневно после завтрака. Также она у меня оформлена по подписке. Два каталога я за нее плачу. Вот это уже второй у меня каталог. В третьем каталоге, в следующем, он у меня придет за 1 рубль. Очень удобно и выгодно оформлять подписку. Дальше, что у меня еще я взяла? Для мужа взяла. Сейчас у нас идет хорошая акция. Пену для бритья. Вот как раз она на последней страничке нашего каталога. Она у нас стоит всего 259 рублей. Поэтому взяла, постоянно ей пользуется. Дальше, что у нас еще идет? Дальше у нас заказы клиентов. Это у нас спрей для лица. Так, очищающее средство 3 в 1 гель для умывания. Дальше вот такую вот кисть заказали. Кисти, кстати, все очень качественные здесь. Вот сколько я кистей не брала, это для растушевки тональной основы. Прекрасно моются, прекрасно наносятся и, ну, легкие в уходе и очень хорошие. Вот для себя я заказала кисть для помады. Иногда бывает, что помада настолько нравится, и вообще кистью наносить, конечно же, гораздо удобнее. Поэтому сейчас была акция, если берешь помаду, то кисть идет с хорошей скидкой. Так, и, конечно же, захотелось мне попробовать новую нашу помаду. Она у нас идет новиночка, 5 в 1. Заявлено, что стойкость до 8 часов, ультракремовый финиш. Я люблю кремовые текстуры, чтобы они не сушили губы. Значит, цвет я взяла... Так, это у нас элегантный розовый, вот этот вот цвет. Сейчас я покажу, какой он у нас пришел в реальности, как говорится. Вот. Всегда можно помады заказать, конечно же, пробники. Если есть желание, то так вот сейчас на руке вот так вот покажу. Вот такой вот цвет, приятный такой, не яркий. Я и хотела, чтобы не яркий был. Сейчас прям даже порисую на руке. О, красивый такой, довольно. Так, сейчас вот, не знаю, как показать. Так вот, вот так вот. Вот, красивый такой цвет, очень даже. Ну, текстура приятная такая, есть легкий блеск. Я бы не сказала, что он прям сильно-сильно блестящий, но блеск присутствует. Вот такая вот помадка. Дальше еще новинка текущего каталога, это масло для губ. Именно не бальзам, а масло. Тоже взяла себе. Здесь, кажется, вроде цвет довольно-таки красный, не знаю. Наносить его можно как просто на губы, и также можно наносить поверх помады. Ну вот, я бы не сказала, что он прям сильно яркий, если его просто растушевывать и наносить тонким слоем, то вот такой вот розовый получается цвет. Вот, обязательно попробую, вам потом расскажу, как у меня ощущения, потому что зимой я постоянно пользуюсь бальзамами, вот, но масло... Думаю, что будет тоже очень хорошо, потому что содержит 6 натуральных масел. Думаю, что будет очень для губ замечательно. Что-то я в этот раз решила все себе взять для губ, поэтому взяла еще карандаш к помаде. Тоже он идет у нас розовый. Так, вот сейчас посмотрим в помаде. Вот так вот. Но я думаю, что он как раз мне подойдет. Чуть, так, получается, чуть-чуть потемнее, чем помада. Ну, так и должно быть. Карандаш всегда должен быть. Он удобно, его не надо точить, он выкручивается. Это я всегда ценю в карандашах, потому что бывает иногда они ломаются и плохо потом чинятся. Если
Они, значит, деревянные, ну там, не знаю, пластиковые наши, деревянных нету. Мой любимый дезодорант. Раньше пользовалась шариковым, но шариковый тоже хорошо, но вот сейчас перешла на спрей. Ухаживающий, легкий-легкий аромат, ненавязчивый, не люблю резкие ароматы. Вот поэтому взяла себе дезодорант. Ну и самое главное, да, это набор эфирных масел. Все мы знаем, что эфирные масла очень сильно действуют на человека. Вот здесь смесь четырех эфирных масел с аппликатором. Они для разных случаев. Когда-то нам нужна, допустим, энергия, да, нам нужно что-то вот прям такое сделать и подпитаться какой-то энергией. Иногда нам нужно успокоиться, иногда нам нужна какая-то уверенность в себе. И вот набор этих масел как раз у нас идут. Все разные, релакс, уверенность. Честно, так сейчас надо посмотреть, даже еще все разобрать, какие именно. Ну, была акция, она и сейчас еще у нас идет, каталог еще не закончился. Я давно смотрела на набор этих масел, но все не решалось их приобрести. Вот, все-таки я их приобрела, буду пользоваться, расскажу потом вам, как все-таки они мне понравятся или нет. Вот, ну и это второй, это заказ клиента, то есть у меня так вот. То есть есть уже люди, которые пользуются и им нравится. То есть один мне, один заказ клиента. Так, ну и в подарочек мне еще пришел вот такой вот пробничек. Так, это у нас дневного крема. Всегда компания чем-то балует и небольшие подарочки, но вкладывают мелочь, но приятно. Все, на этом обзор моего заказа подошел к концу. Все вам рассказала. Отзывом потом поделюсь, как мне понравилась или нет помада и масло для губ, конечно же. Ну и наши эфирные масла. Это, конечно, бестселлер. Все, всем пока.